Письмо на выставку. Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой нарядной, не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали, ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали, хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут Пашка приходил, кум твой окаянный, еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный, перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую, быть-то Борька, наш бугай, первый чемпион. К злыдню этому быку я тебе ревную и люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне во сне, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучай себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя. Я-то ладно, а вот ты, страшно за тебя-то. Тут недавно приезжал очень важный чин. Так в столице, говорит, всякие развраты, да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, коли там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть и в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек, не сравню с тобой. Наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют. Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.